Всем привет! Меня зовут Никита Севелинов, и в этой мини-лекции мы рассмотрим, как создать симуляцию сражения при помощи JavaScript и HTML5 Canvas. Создадим объект Canvas, присвоим ID-шник, установим ширину и высоту. Проверяем. Так. Дальше. Создаем скрипт. Глобальная переменная объявляем canvas контекст voyage по дефолту. Теперь мы должны проинициализировать наш canvas по событию загрузки страницы. Возвращаемся к дому. Присваиваем контекст. И должны мы понимать, какая ширина и высота присутствует в атрибутах тега canvas. Первичную инициализацию мы сделали, проверяем. Fill rect 100 100 100 100. Вот, отрисовался у нас прямоугольник, в данном случае квадрат. Так, теперь в чем смысл программки? У нас будет хаотичное броуновское движение частиц окружностей при соударении между собой. Если особь у нас заражена, она будет передавать следующую, как бы, в следующей окружности статус заражения. Да? И в зависимости от статуса, что заражен или заражен, мы будем окрашивать окружности в красный или в белый цвета. Для этого мы должны создать популяцию. Популяция будет состоять из таких следующих компонентов: population count, например, 500, да. Потом humans with positive COV. Вот. Далее мы должны создать объект human, в котором будем прописывать основные свойства. Vx, vy это скорость, статус COV это, значит, у нас статус заражения, xy это позиция относительно x и y. Вот. Так, эта окружность у нас должен быть радиус задан. Поставим шестерочку. Теперь мы ставим статус соударения. Так, у нас будет легкая физика там присутствовать. Мы поставим еще массу объекта. Для того, чтобы мы могли интересным образом посчитать импульс. Как только у нас объекты между собой соударятся, то мы делаем подсчет импульса, нормали и вектора нормали, куда должен сдвигаться объект. Довольно интересная картинка будет. После этого мы должны проинициализировать массив популяции. Population. Объявляем массивчик. Init. Population. Вот.
Ставим цикл. Теперь мы должны наши окружности расположить по всей области нашего канваса. Для этого мы должны включить некий рандомный показатель. Теперь мы должны аналогичным образом сделать и по скорости, да? Скорость вектора делится на два компонента, это x и y, по осям x и y соответственно. Так, xv равняется parsint. Сейчас я объясню, зачем это надо. Если мы сделаем просто в процессе анимации прибавление к компоненте скорости плюс 1, да, x равняется плюс 1 условно, то все у нас участники процесса будут двигаться в одном направлении. Нам это не интересно. Нам важно, чтобы они во все 4 квадранта двигались. Для этого мы должны задать некий рандомайзер по отношению к вектору скорости. Так, xv, если равняется 0, тогда мы xv равняется 1. В ином случае мы xv равняется минус 1. Аналогичным образом и для y. Ну, а теперь мы должны сделать инициализацию. Статус ков у нас 0. Вот, сделали. И population push. Отлично. Теперь мы должны сделать init population positive ков. То есть мы должны создать теперь, проинициализировать в массив уже зараженных особей. Копируем. Меняем здесь на единичку. Да, отлично. Вот. Теперь мы должны сделать функцию отрисовки. Значит, из чего будет состоять у нас отрисовка? Это detect collisions. То есть фиксация соударения. Далее это управление скоростью. Дальше просто collisions, отрисовка и условно repeat. Вот из этих составляющих будет состоять наша функция отрисовки. Так. Значит, что мы делаем? Для начала контекст clear rect, чтобы не забыть, очищаем область. Далее обязательно ставим window request animation frame init draw node. Так, далее. Я это пока сотру. И пишем контекст, точнее for var и равен нулю. Вот так. В принципе, тут можно вот так сказать. Population length. Даже нужно. Вот. Population count. И только единственное, вот здесь мы должны изменить этот показатель на humans. Вот так. А то у нас не очень будет картинка. Меняем humans with positive COV. Это вот количество людей, количество особей, которые у них статус единичка по заражению. А это просто, значит, популяция. Так, дальше.
мы пишем h равняется population от им, hx плюс равняется hvx, power y также, но вот контекст begin path, контекст close path, контекст hook, и внутрь вставляем нашу окружность hx, hy, h радиус 0, начальный угол, конечный угол, так, в какую сторону его отрисовывать, да? Вот, видите, единственное, что у нас сейчас происходит, у нас инициализация популяции произошла, отрисовка произошла, вот, но у нас нету понимания теперь, как мы должны идентифицировать особи, которые заражены и которые не заражены. Для этого я предлагаю сделать следующее условие. Если у нас h статус COV равняется 0, вот это у нас контекст stroke, в одном случае у нас контекст fill. Вот. Только единственное, что, смотрите, вот у нас черненький, давайте мы добавим дополнительные вещи, fill style white, чтобы при коллизии у нас было все четенько. Black. Вот. Stroke. И здесь мы ставим white. Red. Red. Красненьким. Ну вот видите, красненький у нас. И мы должны это все идентифицировать с точки зрения коллизий. Самая первая коллизия, которую мы поставим, это коллизия с границами канваса. Значит, if hx минус h радиус меньше равняется нижней границе, точнее левой границе, да, по x, x уберем, плюс h радиус, тогда мы меняем hx равняется минус hx, и аналогично мы делаем для y, только вот здесь мы делаем h, hy. Вот видите, у нас как бы они двигаются, да, туда-сюда. Вот. Только тут мы тоже на y меняем, да. Ну, вот здесь, смотрите. Вот, отлично. А вы не смотрите пока на то, что они между собой, там где-то друг от друга. Это нормально, потому что мы проверку на помещение масси, помещение объекта не сделали в ту же плоскость. Это в последующем сами сможете сделать. Ну, либо мы в этом же примере это рассмотрим. Значит, что мы должны сделать следующее. Теперь самое важное, мы должны сделать соударение между собой. Для этого мы должны прописать функцию. Напишем function detect collisions, которая будет каждый раз вызываться вот здесь. Так. Значит, в этой функции у нас в чем особенность, вообще особенность работы с объектами, да, и массивом, когда мы должны в этом хаосе определить соударение между двумя частицами, по факту мы должны перебирать все элементы массива, да, то есть не просто и равен нулю, да, а следующий элемент массива будет равен и плюс один, да, так не будет работать. Вот всегда нужен быть перебор с каждым объектом. Для этого мы должны сначала обнулить все показания, допустим, var human1, human2, form и меньше population length. Плюс. Теперь мы должны обнулить. Что я имею в виду обнулить? У нас там есть показатель из collide. Мы должны везде false поставить. То есть, как бы каждый цикл анимации у нас он будет делать заново просчет. Вот. Дальше. Абсолютно такой же цикл. В принципе, тут можно еще пооптимизировать. Можно вообще вложить в цикл, еще в цикл.
Вот я пока пишу на скорую руку, вот как я сейчас думаю, вот и пишу. Вот. Значит, H1 равняется population и, да, тут мы ставим еще один цикл. То есть как бы у нас каждый элемент и плюс 1 G population. Так, тут житый элемент. Где у нас G? Вот. Далее H2 равняется population от G. То есть мы тут, смотрите, мы тут взяли два объекта, и теперь мы, по сути, должны их математически обработать и поменять collide. Да? Collide меняем, меняем вектор направления, у нас все работает. И, в принципе, и все, и готово. Значит, дальше что мы делаем? Мы должны посчитать расстояние относительно dx, h1x минус h2x. Относительно dy. То есть мы сейчас считаем расстояние. Расстояние это корень квадратный из x в квадрате плюс y в квадрате, да, где x в квадрате, y в квадрате это вот по оси x, по оси ox и по оси y, соответственно. Так, вот. И теперь дистанция у нас будет равняться. Distance. SQRT. Ну, вообще, это такая особенность. Когда пишешь на нескольких языках, там на Python, там на Swift, там на JavaScript и так далее, на PHP, иногда функции путаются местами у тебя в голове, и ты вспоминаешь, как в том или ином языке функция именовывалась. Если у нас distance меньше h1 radius плюс h2 радиус, тогда у нас произошло совдаление. Вот. Вот вам вся логика по работе с двумя объектами при массивных операциях, да? Ну, вот, в принципе, это можно не только к этому примеру применять, довольно универсальная схема. Так, дальше. Я предлагаю добавить некий коэффициент импульсный, допустим, 1,5. Вот. Импульсный коэффициент это некий множитель, который как бы будет сначала замедлять объект при соударении, потому что типа у него есть масса, а потом будет ускорять объект. Ну, довольно прикольно будет. Ну, так-то, я так думаю, что будет прикольно. Так, дальше. H1 статус CLV равняется единичка или H2 статус. То есть это все универсально мы должны писать, поэтому мы же не знаем, да, у какого объекта статус 1, у какого статус 0, чтобы передать. Поэтому мы пишем либо так, либо так. Coef импульс. Вот так, не будем менять пока. Вот. Вообще я люблю, когда фигурные скобочки и функции все строго типизированы, как все идут. Да? То есть и мне такая нотация, как в JS, как в Java, мне не очень нравится. Java это Java имеется в виду, а JS это JavaScript. Не путайте, пожалуйста. Так, значит, H1 равняется статус COV равничку, H2 статус COV равняется единичка. Ну вот. Смотрите, видите? Я обновил страничку, вот у нас как бы идет проверка на соударение, все довольно быстро работает, хотя у нас здесь есть несколько циклов. Отлично, да? Теперь осталось их заставить между собой соударяться. Значит, для этого мы пишем h1 is collide равняется true, h2 is collide равняется true. Вот. Вообще collide нам, в принципе, коэффициент, наверное, не нужен. Мне так кажется. Ну, вели так вели. Можем потом какие-либо проверки интересно сделать. Вот. Теперь считаем этот collision объект. Значит, x равняется h2, x минус h1, x. y равняется h2. Y минус H1Y. Это нужно, чтобы мы могли высчитать правильный момент и нормаль, да, по отношению к
окружности collision normal, так назовем, равняется x collision x, деленное на дистанцию, на расстояние y равняется collision y, деленное на расстояние. Ну вот, вот вам нормально. Нормально, точнее не нормально, а вектор. Теперь мы делаем real velocity, то есть относительный вектор направления движения. Да? На основании, в принципе, этих расчетов можно бильярд написать. Значит, h1 в x минус h2 в x равняется h1 в y минус h2 в y. Теперь скорость вектор, speed вектор равняется. Так, да, тут даже просто real v x умноженное на collision на normal плюс real v y умноженное на collision normal y. Если, соответственно, у нас speed v меньше нуля, тогда мы пишем break. Ну вот, отлично. Вроде бы сделали, да? Теперь мы должны сделать импульс. Импульс равняется coef импульс умножен на speed vector. Дальше массу берем нашу замечательную. А вот это наш импульс. И теперь самая такая магия происходит. Минус равняется импульс умножен на h2 масса умножен на нормаль. Теперь делаем то же самое, только для y. Ну, тут у нас y. Это и для второго объекта делаем. H2, H2. Тут H1 уже. Ну, масса для чего нужна? Я хотел сделать некий потом крупный объект. Ну, то есть, много чего можно сделать. Вот видите, как происходит. Так. Только потому, что я сделал минус-минус. Да, тут должен быть плюс-плюс, во-первых. Вот. Смотрите, видите, они замедляются, да, с удалением. Но нам нужно, чтобы они как бы вот так происходили, да. Значит, что мы можем сделать условно? Если h1 в x у нас меньше 0,5, тогда h1 в x равняется условно. Так, если у нас abs, abs в x меньше 0,5, тогда h1 в x это будет минус. Да, дальше единичка условно. Так, h2 в x. Вот. То есть, видите, да? Смещаем. То же самое можем сделать и для Y. Ну, это так. Я вам просто показал, как делается легкая имитация ускорения. Можно там еще поиграться. Ну, вот видите, все в одну плоскость так бьется. Вот сюда. Так, что должны мы сделать? Действительности. Так. Тут пока удалю, я просто показал для примера. Если у нас h1 в x меньше нуля, тогда мы h1 в x равняется минус единичка, в ином случае h1 в x равняется единичка. Ну вот. То же самое мы должны сделать для компонента вектора по y. И абсолютно то же самое для второго объекта. Сделали. Вот смотрите. Довольно интересно выглядит картинка. Теперь поиграемся, сделаем
Я тут троечку, тут сделаем 2000. Ну, смотрите, как происходит. Вот у нас готова простейшая модель имитации сражения в броуновском движении. Давайте 4000 поставлю. Ну да, забавно. Вот довольно простой пример, но его можно использовать для различных ваших проектов. Вот. Всем спасибо. Увидимся в следующих лекциях.